Привет, это Бартрип, сегодня воскресенье, а значит рубрика «Коктейль недели». И я знаю, о чем вы все думаете. Какого хера он надел футболку? Но у меня кончились клетчатые фасоновые рубашки, поэтому я сегодня в футболке. И второе, мы сегодня снова в Гоголе, это уже фаворит нашей рубрики. Но что делать, здесь вкусные коктейли и отличные бармены. И, кстати, сегодня я захотел выпить коктейль, знаете, по критериям, потому что в хороших барах всегда можно заказать не то, что из коктейльной карты или меню, а просто заказать там кисленько, сладенько, с горчинкой, с перчинкой и так далее. Но у меня будут другие критерии. Я хочу, чтобы был коктейль или там напиток в мужском бокале. Я не знаю, они, наверное, такие есть или нет. Чтобы он был зеленый. И чтобы его приготовили без шейкера. Ну, Дим, справишься? Мы готовы. Ну, мы готовы, поэтому поехали. О, ну, как вы видели, все условия были соблюдены. Он действительно зеленый. О вкусе я вообще ничего не говорил, поэтому сейчас попробуем, посмотрим, что за вкус. Дело в том, что я реально не знаю, какие ингредиенты сюда входят пока что. Но одно скажу, мне чувствуется мята. И он реально крепкий. Поэтому давайте спросим, что там входит, Дим? Туда входит яблочная самбука, аква де Боливия, напиток на экстрактах хоки. Так. Сухой мартини и мятный ликер. Вот, мятный ликер! Ха-ха! Есть! Я угадал. Это коктейль, естественно, авторский. Вы его можете выпить только в Google баре от бармена Димы за 300 рублей. И он называется Google Green. И советую вам тоже поэкспериментировать, зайти в бар и спросить у бармена что-нибудь такое под ваш вкус. Ну, у меня вкусы странные, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать еще о наших роликах и вкусах. А также до следующего воскресенья. Пока.